солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Доброе утро, ребята. Так, сейчас мы нарисуем речку. Так, вот отсюда. Ага. Еще длиннее. Еще, еще, еще. Так, еще. Ой, о. А вот и мы. Всем доброе утро. Доброе утро. Ой, а что ты рисуешь? Я готовлюсь к большому путешествию на своем корабле, вон. А, ну для путешествия на корабле, Зубок, тебе нужна река. Ха. А я и рисую реку. Вон она у меня какая длинная получилась. Самая длинная на земле. Интересно, Зубок, куда же приплывешь по этой реке? Я не знаю пока. А я знаю. Да, куда? Да. Ты приплывешь в Африку. В Африку? Откуда ты знаешь? Потому что самая длинная река, которая течет на земле, называется Нил. И протекает она, друзья мои, в Африке. А я думала, что наша речка в Шишкином лесу самая длинная. Вот как-то раз мы с Зубком по берегу реки шли. Да, так и не дошли до самого конца. Да. А знаете что, друзья, не хотите ли вы отправиться в путешествие по рекам Земли? Очень хотим. Ну что ж, давайте отправимся на этом кораблике, Зубок. Ты будешь капитаном, а ты, Шунечка, Юнгой. Здорово! Всем занять свои места! Ага. На волшебном корабле вместе с лучшими друзьями путешествуем по рекам и морям! 100 чудес есть на земле, удивляйтесь вместе с нами. Мы плывем сегодня здесь, а завтра там. Мы плывем по волнам, нынче здесь, завтра там. Ой, как здесь интересно! И красиво! Осторожно, друзья! Мы плывем по самой длинной реке в мире, которая называется Нил. Здесь водятся крокодилы. Ух ты! Самая длинная? Но мелкая. Да, она не очень глубокая. Но весной Нил так разливается, что вода заливает все прибрежные деревни. Хорошо все-таки, что мы не в Африке живем. И крокодилов у нас нет. Да. И речушки маленькие. Ой, да, жарко здесь, а? А откуда реки берутся, Юля? Да ниоткуда они не берутся. Просто текут по земле и все. Ты, кстати, не прав, Зубок. Каждая река имеет исток. Это начало реки. Например, большая река может начинаться с маленького подземного ручейка. А иногда реки начинаются в горах. Лед на вершинах гор тает, и у подножья гор образуется речной поток. Ой, это какая-то другая река. Да, друзья, сейчас мы с вами находимся в Южной Америке и плывем по реке Амазонки. Она протекает между тропических лесов. Ученые, между прочим, подсчитали, что Амазонка – самая полноводная река. То есть воды в ней больше, чем во всех реках Земли. О, жарища! Давайте искупаемся! Зубок, что? Подожди! А вдруг здесь тоже есть крокодилы? Шуня абсолютно права. В Амазонке тоже водятся крокодилы и хищные рыбы-пираньи. Давайте уж лучше плавать по тем рекам, которых нет зубастых рыб. Только нам нужны большие реки, ведь в ручейках наш большой корабль не проплывет. Ну что ж, друзья, тогда отправляемся на наш материк Евразию. Здесь очень много больших рек. Обь, Волга, Иртыш, Кама, Днепр. Я реку Днепр знаю. Нам один мальчик про нее в письме написал. Да, он, Юля, нам написал, что река Днепр очень красивая.
Да, Днепр действительно очень хорош, особенно в тихую и безветренную погоду. Вот как раз по нему мы сейчас и плывем. Ух ты! Значит, реки не только нам воду дают, они еще и землю украшают. Да, Шунечка, совершенно верно. Они дают нам воду и украшают нашу жизнь и нашу планету. Поэтому реки надо беречь, да, Юль? Конечно. Реки беречь обязательно нужно. В них красота нашей милой земли. Вместе с природой должны жить мы дружно, чтоб свои воды нам реки несли. Давайте еще в какое-нибудь путешествие отправимся, а? Обязательно отправимся, но только в другой раз, потому что наш корабль, смотрите, уже причалил к берегу, и нам нужно с ребятами попрощаться. Всего доброго, ребята! До свидания! До новых встреч, друзья! И храни вас Господь! Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день